разворот на 180 градусов в скольжении от «Жигули». Сразу видно, пилот подготовленный и не просто так приехал в технический университет на традиционные соревнования по фигурному вождению, приуроченные ко дню автомобилиста. В этом году представлены две из трех, практически, скажем так, профессиональные команды. Это и подготовленные автомобили, и подготовленные гонщики, дрифтеры, которые пробуют свои силы. И одна из них, эта команда, по счастью, нашего факультета получилась. Другая же команда профессионалов представляла группу компаний по продаже спецтехники. Свою специальную технику в виде скольжения они тоже продемонстрировали. Помог в этом дождь. Сложности перестроиться маленько с дрифта, когда там едешь не на время, а именно на качество. А тут надо именно на время, на все узкие места проехать правильно, никакие фишки не зацепить. Конечно, машина у дрифтеров более подготовленная. Однако участники от вуза на стандартном «Жигули» говорят, не важно, что у машины под капотом. Самое главное – это тот, кто сидит за рулем. У нас полный сток. Полный сток. 1.3, карбюратор, все как надо. Там пацаны заряженные на валах, 1.7, него мотор. У них все подготовлено. У них только одно преимущество – это выворот. Им просто проще разворачиваться. А так здесь скорость не влияет ни на что. В принципе, это просто на опытность, на внимательность. Помимо фигурного вождения, у участников были и другие задания, где машина – действительно дело второе. Например, замена колеса, викторина на знание ПДД и проезд по автодрому со стаканом воды на крыше. Притом испытания на аккуратность проходили девушки. Несмотря на неровное покрытие, ни одна емкость не пострадала. Думаю, здесь главное правильно выбрать маршрут и не сильно спешить. А вот какой маршрут вы подобрали? Чтобы было максимально меньше перепадов. Это получился очень длинный маршрут, но, думаю, он того стоит. В конечном итоге выиграла команда профессионалов от партнеров соревнований. На втором месте расположились студенты на стандартном «Жигули». Бронзу взяли дрифтеры от вуза. Среди призов, которые вручили участникам, были денежные сертификаты, инструменты и оснастка для обслуживания железных коней. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.